Всем привет. Пришел наш трансфер. Едем в отель Кемерш. Номера. Вот такой отель. Марина все делает. Марина все сделает. О, рюмашку можно пропустить. Здесь прокат машин. Можно взять на прокат автомобиль. Сейчас мы возьмем даже бумажку. Посмотрим. Правда, я не знаю, куда в Кемере можно ездить. Магазины тут, столовая. Все, меня зовут. Что? Я иду. Остался нам третий этаж. Мы потеряли какой-то ваучер. Ничего мы его не потеряли. А, мы не потеряли? Он у меня в WhatsApp. А, в WhatsApp надо было предъявить. О, потолок какой красивый. Лифт с панорамной. Слушай, пойдем. Ну, пойдем. Нам третий этаж. О, такой вот нас встречает парадный холл. 314 у нас направо. Темновато, да, здесь так? О, заходим в наш номер. Пик-пик-пик. Чтобы понять, как это открывается. Прислоняем. Ой, не нужно. Ну ничего. С этой стороны, справа, вот он. Ну, Марина у нас молодец. Чужой номер рванула. О, ребята, здесь вообще шикарно. Здесь шкаф. Смеется. О, холодильник. В холодильнике вода, пиво. Пиво есть? Да. Все это включено. Кровать. Марина рада. Выйдем на балкончик. Вот такой у нас вид с балкона, друзья. Кемер. Бассейн один, второй, горки. Ребята загорают в шезлонгах, столовая, еще кафе. Все, мы балдеем и отдыхаем. Здесь вот кресло, пепельница. Еще маленький диванчик, большая кровать, телевизор, комод. Вот это что, пожарный? Заходим в ванну, друзья. Вот такая у нас ванна. Туалет. Здесь не душ, а ванна. Мы уже привыкли к душу. Мне нравится. Марина, тебе нравится? Мне нравится. Счастье, полные штаны, друзья. Лампа такая. Где наши плавки? Плавки сейчас приедут. Так, ну вот мы переоделись, вещи накидали, набросали, все, все, переходим на изучение отеля. Найдем сейчас столовую, пойдем. Здесь такой холл, опять же, бильярд. Я думал, это бильярд, это не бильярд. Просто выход в кафе, там народу столько стоит. Магазинчики, сувенирчики. Можно кофейку попить, я бы кофейку попил, да. О, здесь народа. Так, что у нас в баре? А в баре у нас алкоголь. Пивко, вискарик. Так, Марина куда-то рванула. А, вот она. На изучение пляжа.
Какой пляж? Бассейн, вернее, горки. Так, сегодня у нас будет, было, вернее, вот зарядка была, конкурсы, танцы в 10 часов. Понедельник. Сегодня у нас 21:30, что-то такое. Шоу. Завтра будет мистер Семена. Будешь участвовать? Да. Мистер Семена. Мистер Семена. Я буду участвовать мистер Семена, друзья. Здорово. Новый алкоголь. Кофе. Все, халява. Чувствую, я тут дорвусь вообще. Дорочка, да? В среду такая домой синяя приехала. Ну, зато главное, чтобы хорошее было настроение. У меня оно прекрасное просто. Ну, все. Я так люблю отдыхать, оказывается. Да? А то дома-то устает. Ты знаешь, я устаю, правда. Не знаю, от чего. Сейчас мне налют американо. Я буду испевать. Здесь какие-то выпечки. Пирожное. Вот, здесь можно взять пирожное. Это все между обедом. Сейчас, по-моему, открывается. А, вот это в час, да? А, ну. На пианино будешь играть? Конечно. Отдыхать все-таки лучше, да, чем вот? Мы тоже. Хоть даже маленький праздник, но надо устраивать. Нет, я хочу сказать, что вот мы тут тоже живем. У нас работы такой официально нет, но да, мы там... Ну, помимо того, своих бытовых там дел, какими-то вопросами занимаемся, снимаем блоги там, да, ведем дзен. Но все равно постоянно тут и готовка дома. Постоянно я каждый день что-то готовлю. Постоянно какие-то у нас дела, да, и все равно как-то уже это немножко утомляет. А сюда вот приехали, совсем другое настроение, мне прям хочется петь! Кстати, об этом отеле мы читали много отзывов. Ну, как вы все знаете, как негативных, так и позитивных. Я такой человек, например, я вообще неприхотливая. Мне всегда, если я отдыхаю, я как бы полностью погружаюсь в эту атмосферу, мне нравится абсолютно все. Главное, что здесь вот такие тараканы не ползают, все чисто, убрано, все доброжелательные, улыбчивые. Мне очень нравится. Марина пошла в отрыв. Я сейчас к концу сегодняшнего дня. Вадим будет меня таскать на своих мужских сильных плечах, да? Да. Будешь меня носить? Буду, конечно. Допинаю до номера, а сам буду здесь ходить. Так, ребята, а где у нас полотенце? Что-то я не могу найти. Может, у этого паренька спросить? Она там туалет есть, да, с некоторой стороны. А полотенце? Полотенце это другой стороны, надо спа-центра есть. Okay. Полотенце спа-центр. Еще есть спа-центр, а вот там есть барбекюшница. О, вечером, наверное, будут готовить ребрышки на огне, там, люля. Ребята, вот спа-центр. Сейчас мы возьмем здесь полотенце. Полотенце у нас выдают вот здесь. Крема какие-то. Массажный салон. Масочки здесь. Здесь у нас спа-зона. Вот здесь такой спортзал. Можно позаниматься. Гантельки. Штанги, но вес, конечно, не мой. Это кардиозал. Кардиозал такой. О, здесь массажи. Вот красота. 80 евро лицо. Всякие массажи 100 евро. 220 евро. О, вообще. Вид снаружи горы. Турецкий флаг. Такая вот у нас столовая. Сладости всякие. Торты. Такой торт даже жалко резать. Выпечки. Здесь у нас салаты. Салаты, овощи. Так, это что-то грибочки. Оливки, капуста. Редиска, огурчики. Ну, зелени, короче, много-много. Какой хочешь, можно набрать. Перчики. Хлебушек. Так, а где еда? На, еда дальше. Посмотрите, какую тарелку она мне дала. Это вообще просто смешно. Мне такие надо две. Это тарелка для хлеба, да? Вот, пожалуйста. Дала мне тарелку такой мини.
Так, а где еда-то? Возьми салат сначала, потом будет. Так, ладно, будем мне накладывать салат. Вот эти штучки мне положи, я не знаю, хватит? Что это такое. Ни разу не пробовал. А, хватит? Положи три, вот, хорошо. И такая кухня. Вот рисок, сейчас я возьму. Здесь вот мясо, говядина. Здесь у нас картошка. Рыба. Рыба. Здесь у нас тавук, курица, о, шашлычки. И здесь у нас зеленая трава какая-то, водоросли. Здесь у нас куриные крылышки. Здесь у нас тоже мясо с кабачками. Картофель. И здесь макарошки. Здесь у нас соус к макарошкам. Вот такой вот ресторанчик. Все. Тут рыба есть, сахар, кабачки. Я уже рыбу видела, да. Рис есть. Я беру, друзья, рис и беру мясо. Сначала возьмем тарелку. Так, а где тарелки? Тарелки вот здесь. Ну вот, друзья, я взял, короче, рис с мясом, с телятиной. Много всяких овощей. Марина взяла тоже самые бобы, какая-то кашица, тоже рис с телятиной. Ну и виски с колой, друзья. Приступаем к обеду. Массаж можно сделать просто. Кузов, друзья. Кальян и хамам пилинг, и массаж всего тела, и маска. Ровно 90 минут, $35. Хорошо, это так, масляй. Спасибо. Бери с собой, подберем. Купи сразу, да? Можем потом до 7 часов работать у них сауна. Можем потом в сауну сходить после бассейна. Хочешь? Я саун не любитель, но слушай, так, в принципе, пришли. Можно сходить и в спортзал сходить. Сказать, так надо, да, надо в спортзал сначала сходить, а после спортзала... В спортзал? Я, да в чем угодно, хоть в майке в этой. Да? И в шортах, конечно. Давай. А я в это время в хамаме сижу. Сиди. Потому что алкоголь и спорт не совместим. Добрались мы к бассейну. Вот такой бассейн. Посмотрим, какая вода. О, вода холодненькая такая достаточно. Мы не привыкли к такой воде никак совершенно, как в Таиланде. Далеко не как в Таиланде. Давай. Ну что это? Руку зачем тебе? Вот вода. Твою мать. Вот такие комментарии Марина озвучила. Потому что она ледяная. Насчет воды. А вот там наверху тоже кто-то VIP живут, да, наверное? VIP-комнаты огромные. Пойдешь купаться? Конечно, нет. Так, первый заплыв, давай. Мамочка. Друзья, что это такое за дискриминация вообще? Я приехал отдыхать, а тут получается, что я должен бегать за виски постоянно. Пожалуйста. Никаких виски. Я ради контента сбиваю в ледяную воду. Ой, блин, я не могу. Смотрите, один человек из всех, кто залезает в воду. Блять, да капец как холодно. Все, пошла торпеда. Нет, уже нормально, я буду плавать. Да? Завис не стоя. Да? Идет наша добытчица. Какой будете? Я буду белая. Кручу-верчу, обмануть хочу. Спасибо. Да. Вот, друзья, решили обойти отель. Здесь корты теннисные, пожалуйста. Горки. Мы их уже видели. Ну, тут бассейн, там все отель. Ухоженная территория, ухоженная вся. Все пострижено, чисто. Народу, ребят, никого. Тут вот, если посчитать от силы, у бассейна сейчас, ну, человек, наверное, 10 от силы. В
пошли пообедали, тоже, наверное. Вообще никого, вообще никого. Ну, кайфово, да, когда честно, никого нет. Честно, мне вот в данный момент свободно. Вообще, я кайфую, мне никто не нужен. Я получаю настолько колоссальное такое удовольствие. Потом мы когда-нибудь, будет жара уже лютая, мы все равно приедем, и здесь, наверное, уже будет народу гораздо больше, уже будут другие ощущения, тоже будет свой кайф, но уже другой. А сейчас я получаю вот полное удовольствие от того, что никого нет, просто релакс, релакс. Все тебе наливают, мороженое фигоженое, дают, очереди нигде нету. Ты сам себе хозяин, куда идти не знаю. Ну мы же обходим территорию отеля. Вообще, класс, класс, все красиво. Все включено. Ультра. Ультра все. Опять же, я хочу повториться, что мы вот непривередливые, вообще непривередливые, мы получаем удовольствие от всего и во всем. Хороший отель для кого-то он плохой. Для меня вообще, вот, когда я отдыхаю, я стараюсь получить только положительные эмоции, максимум положительных эмоций. Поэтому для меня, лично для меня, этот отель хороший. Может быть, для кого-то он будет тройка, там двойка, как многие писали отзывы. Не знаю. Я говорю, я еще раз говорю, что я стараюсь получить кайф от всего. Надо перекинуть наш ваучер. Вот тут мы нажрали уже на 20 тысяч. Марина закинула ему по аэродробу ваучер. Пришлось взять еще виски с колой для Марины. Весело отдыхаем, ребята! Ребята, сейчас будет цирковой номер. Вадим все-таки решил залезть в воду. И, внимание, он хочет спуститься с гор. Я отсюда буду тебя ловить, ладно? Давай. Шибко. Шибко поехала. Смертельный номер. Спуск с горки Радуги. На старт. Внимание! Марш! Ю-ху! Класс! Внимание, идем на другую горку. Так, как ваши впечатления? Классно! Что вы скажете по поводу своих соперников? Я не знаю. Как они? Решай судим. Достойно вас или... Вы самый сильный, номер один, да? То есть для вас не существует тут соперников? Нет. Молодец, правильно. Главное настрой. Блин, идем, здесь так вкусно пахнет, я даже не знаю. Пахнет жасмином, но я не знаю на самом деле, что это за цветок. Здесь столько пчел. Так. Вот это гора. Сейчас я буду стартовать отсюда. Давай. Раз, два, три! У-ху! Сейчас выпал. Сейчас он вон там должен вылететь. Одни ноги видны были. Так, ребят, а сейчас я спустилась вниз. Вот он. У-ху-ху! Соревнование по метанию дротиков. Да, Вадим? Да, ребята. Смотрите, здесь уже куча людей. Так, интервью. Я готов. Готовы? Я готов. Руки разомни, руки. Давай. Девушка летает, смотрите. Почти попала. А, ты готовься, правильно. Давай всем фору, правильно? Всем дай фору. Неважно. Главное делать вид, что ты специалист. Вадим посмотрит, за всеми последит. Вот. Молодец, мужчина. Так, идет специалист метания. Вадим, я тебе верю, давай, стой. Я думаю, нет, ноль. 15-15. Ничего, это первый разминочный был, да? Надо понять, как. Первый разминочный, да? Цветно играем, нормально дарт играем. Он сама хорошая играет, из России, мистер Вадим. О, мистер Вадим.
Ну ладно, молодец. Не получилось. Just more. О. 12-5-4. Сколько? Много. Андра. Вот это наша победительница. Победитель. Мороженое бесплатно, мороженое коктейль бесплатно. Все бесплатно. Все бесплатно, только платно тебе посылает папа. Хорошо? Добрый. Ужин. Опять же сладости. Здесь салаты, люди, свекла. Вот это что, это рыба? Нет, вот рыба. Вот мидии целая тарелка, рыба. С этой стороны у нас долма, кабачки, баклажаны. Соусы, опять какие-то рыбки, анчоусы, сосиски, яички, огурчики, помидорчики. Такой быстрый обзор. Идем мясные продукты. Давай. Показывай, что у нас здесь. Рис. Рис я ел не хочу. Курица. Вот, курица. Вот такие овощи, горошек, морковка. Тут тоже курица, куриные рулетики. Хочешь? Я хочу посмотреть все. Мировая. Вот мясо. Вот мясо сейчас возьмем. Печеное. Капуста. Макарошки. Тут у нас что-то красивое. Тут у нас перец фаршированный. Тут у нас форель жареная. Рыбка. Все. Набрали гору мяса, я набрал. Перец. Перчики, помидорчики, солянка, капуста. Здесь у меня тоже овощи, грибочки, перчики, мидии. Кабачки с сыром. А я взяла еще тунец, салат с тунцом. Вот, Марина взяла тунец. Макарошки, тоже мясо. Приступаем к ужину. Вот, друзья, взял я еще кофе. И вот такие три пироженца. Красивые. Страшно. Страшно красивые. Страшно красивые. Сейчас будем пробовать. Какие у тебя были? А Марина взяла вот арбуз. Марина взяла... Профитроль одну. Профитроль. И вот что-то черное. Вкусное. А какие у тебя мысли были? А я только подумал, Марине надо не пирожное брать, а арбуз к вискарику. Ну, мы с собой муж и она прям раз пошла и взяла арбузик. Сейчас я немножко сладенького. Друзья, мы покушали, вышли вечером. Вот здесь наши бассейны красиво горят. Здесь голубой, здесь сиреневый. Сейчас будет концерт, вот диджей пришел. Дети уже, как всегда, раньше всех танцуют, поют. Вот. Вот этот ресторан, в котором мы сейчас кушали. Вот мы сейчас прям с него вышли. Вот. Здесь вот сейчас будут люди сидеть, слушать музыку и за столиками выпивать. Типа стендапа. На этом мы заканчиваем сегодняшний наш вечер. Так, друзья, сегодня перемещаемся плавно к морю. Вот там наш отель, вот мы по этой улице проходим. И вот дорожечка прямо вот ведет к морю. Сколько тут метров, наверное? 300, наверное, да? Ну, я не знаю, наверное. И вот сейчас дойдем до моря. Погода сегодня облачная. Так не очень, да? Солнца нет. Ну, тепло. Тепло, но солнца нет. Ну, солнце будет часов 12, наверное. Как обычно. Вот, друзья, дошли мы до моря. Вот морешка. Только что вот там сейчас прыгнул дельфин. Сейчас, может быть, уловим его. Здрасте. Здрасте. Как вы, как отдыхаете? Все нормально. Хорошо, спасибо. Вон он, вон он. Опа, опять, ага. Видели? Класс. Ну, здесь вот сейчас тоже никого нет народу. Здесь лодочки всякие тут. Ватрушки, лепешки, бананы. Коронный номер.
погружаемся в ледяную воду. Смелый пошел. Вода ледяная. Хотя люди купались. Идет такой, типа ему не холодно. Ага, ага. Мы посидели немножко на пляже. Сейчас пойдем в бассейн. Смотрите, тут дом зарос весь. Не знаю, что это за растение. Но так красиво смотрится очень. Везде соснами пахнет. И тишина, тишина. Народ никого. Кто не приехал пока. Это беговая дорожка, видишь? Можно бегать. Ну, ты особенно видишь, как там, там здорово, да? Угу. Можно проходить так. Ну, как а-ля Египет точно. Такие вот кавьончики. Какие виды у нас тут открываются. Гора. А там наверху на горе. Как будто крепость какая-то. Что-то там такое, да, стоит. Вот там в дымке прям. Да, да, да. Так интересно, что же это. Вот, друзья, на территории отеля, как я уже говорил, корты. И вот здесь Колизей. Сюда я еще не ходил. Сейчас хочу посмотреть. Сцена тут. Такие вот здесь места. Бар опять же присутствует. Вот здесь вот такая сцена. Все украшено скульптурами. Колонны. Кортов много. Для теннисистов здесь вообще супер. Слева сразу же кафешка. Погода насупилась. Ничего страшного. Главное тепло. Даже очень. Здесь такой бассейн крытый. Он, правда, не видно, отсвечивает. Все, берем кофе. Взяли кофе. И сразу же вылезло солнышко. Все, мне там меню рассказали. Короче, женщина... Там, значит, картошка фри. В обед. Сейчас. Пожалуйста, бери картошка фри, чизбургер, потом гамбургер. Что-то еще, не понял я. Нет, и туркиш пизда, она говорит. Туркиш пизда. Я не понял, что это такое. Вот женщина в лепешке, я на нее посмотрел так. Женщина там в лепешке делает такая вот, катает. Нет, она вот так сказала, я откуда не. Ну ладно, пускай будет так. Вот. Так что я ничего не понял. Сейчас буду пить кофе. Блэк мороженое, Ориент какой-то. Или что это сейчас? Орелло. Орелло, смотрите, сейчас будем пробовать. Орео, да? Черная. Черная? Вкус обалденный. Черная. А тубрик желтая. Я взял бутылку воды, пирожное и кофе. Все, больше ничего не брал. Пиздит. Больше я ничего не брал. Взял вот, так как я на диете, взял вот только вот такие сладости красивые. А я вообще ничего не взяла, только укропчик. Один маленький кусочек зелени. И хватит тебя. Вот это очень вкусный кокосовый вкус. Кокосовая стружка и клубничка. А вот это черное с апельсином. Сейчас будем пробовать. Ну все, друзья, закончился наш мини-отпуск. Собрали мы вещи. Ждем трансфер. Мы довольны. Отдохнули супер. Всем советуем отель Симена. 5 звезд. Ультра все включено. Пока, ребята. Следующее видео будет у нас не знаем где. Но Измир мы будем посещать обязательно. Скоро. Очень скоро. Магазины, набережная и так далее. Поиск квартиры. Пока!